станет удивительно хорош. И ты поешь, тебе не хочется покоя. Vince, odrà!
Это не проект, это больше даже спонтанное такое вот представление моих друзей. Конечно, мы друзья и коллеги, но в данном случае я представляю еще определенный интерес публики, которая должна и обязана познакомиться с вот этой вот великолепной оперной звездой.
elle fuit. Mon âme est soudée, quelle étrange ardeur s'allume. Et fait de l'homme est consumé. Ta mère me poussait ma main. Ta mère me poussait ma main. De nos cœurs l'amour s'empare et nos choses en ennemi. Non, c'est rien et nous se mal. Non, rien. C'est rien et nous se mal. Бис должен всегда быть спонтанным, по возможности. Даже если у него, у певцов есть оркестр, с которым нужно репетировать, обычно певцы репетируют определенное количество, значит, полагаемых бисов, из которых будет человек выбирать потом по состоянию. Я когда-то нумеровал возможный бис, какой будет первый, второй, третий, но очень скоро мне пришлось от этого отказаться. Дело в том, что все зависит от ситуации, и теперь я показываю оркестру на пальцах. Sole, n'aria serena rona tempesta, quell'aria fresca pare già una festa, che bella cosa n'hai ornato e sole. Shame.
Siete voi bella rosina, siete voi, siete voi bella rosina, o che voi sopraffina, o che voi sopraffina, ma l'avrà da far con me, sì, ma l'avrà da far con me. Zitto, zitto, qui l'indoro per parlarvi lo sarà. Zitto, zitto, qui l'indoro per parlarvi lo sarà. Parlarvi? Bravo, bravo, venga, fuma con prudenza. Io già moro di impazienza. Ma che tarda, cosa fa? E riattende qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto, sol due righe di biglietto, gli mandate, qui verrò, gli mandate, e qui verrò, gli mandate, gli mandate, qui verrà. Che ne dite? Non vorrei. Su. Coraggio! Non saprei! Sai due righe! Mi vergogno! Ma di che? Ma di che? Si sa! Presto, presto quel biglietto! Un biglietto! Sì! Eccolo qua! Già! Era scritto! Vecchia bestia, vecchia bestia, il maestro faccio a lei. Fortunati affetti miei, io comincio a risperar. A che cattedra costei, in malizia a dettar. Senti, senti, malindoro,
sentite all'aria rossa là. Zitto, zitto, qui verrà. Arriva! Arriva! Arriva!
Первая опера, с которой я встретился с Аней, это была «Царская невеста», она исполняла роль Марфы. Это было совершенно сногсшибательно, то есть это абсолютно... Ольга Бородина тоже была. Ольга Бородина пела. Мы в Сан-Франциско, да, у нас был спектакль «Царская невеста». Жалко, что об этом... Я всегда об этом думаю. Жалко, что об этом не знали и не видели его наши соотечественники в России, потому что это было совершенно уникально. И, конечно, Наташа Ростова в исполнении Анны Нетребко... Да хватит меня хвалить, что такое? Тихо. Я должен высказаться. У меня наболело. А Наташа Ростова в исполнении Анны Нетребко это совершенно уникальная вещь. Совершенно уникальная вещь. Дима, помнишь, как мы вальс танцевали? Я помню, как мы танцевали вальс вот на такой вот полусфере. В Америке. Облитой кока-колой, да. Да, облитой кока-колой, чтобы никто не скатывался оттуда, не падал в оркестровую яму. Да. Но это Наташа была совершенно феноменальная. Тоненькая, субтильная. Это вы о чем? О тебе. И настолько, ведь эта роль не написана для там колоратурного сопрано, для достаточно крепкого сопрано. Мы пели на сцене Метрополитен-опера,
И это было совершенно феноменально. Совершенно феноменально. Я никогда этого не забуду. Ань, говори. Вопросы к тебе, Дима, и к Ане. Как культурная... Культурная дипломатия. Давайте я отвечу на этот вопрос. Давай, Дима. Мы вообще являемся, ну, своего рода дипломатами и послами России во всем мире. Там, где мы есть, мы несем то, что представляет наша страна, наша Родина. И это, конечно, для нас и большая очень и честь, и ответственность. Меняются дипломаты, меняются послы, меняются правительства, президенты, а искусство остается вечным. И я это очень хорошо понимаю и помню на протяжении всей вот моей собственной карьеры, начиная в начале 90-х годов, когда... На меня очень часто смотрели как на посла еще Советской России и смотрели на меня как через амбразуру дзота или там в щель танка, знаете, так, куда, откуда смотрят, вот приблизительно вот так на меня смотрели. И когда, в общем, я открывал рот и что-то там из меня вот получалось, я выступал и пел, я видел, как глаза и лица этих людей меняются. И для меня это являлось и является самым большим, что ли, ну, чудом. И, конечно, ради этого стоит и жить, и творить, и заниматься, чем мы занимаемся. Вот. И, конечно, на примере Ани то же самое происходит и происходило, и происходит. И, конечно, Аня несет совершенно, ну, как бы другое лицо России. Это не мне читать, это и красота, это и задор, и обаяние, это и какой-то совершенно удивительный магнетизм на сцене, который...
притягивает людей подчас и совершенно посторонних, что ли, от жанра классической музыки или там оперной музыки. Очень много благодаря людей, благодаря дару и творчеству Ани пришли, ой-ой-ой, пришли в мир классического искусства. Ты можешь молчать, я все думаю. Уже все так сказал красиво. Молодец, Дима. Отвечай на второй вопрос. Анна выбрала все свои, весь свой репертуар на завтрашнем концерте. Это будет относительно новые все произведения для нее. Все в частности, вот и значит, и Макбет, и Трубадур. Макбет и Трубадур. Я не пою. Макбет не пою. Трубадур. А Трубадур, да. Андре Шенье. Конечно, Онегин. Совсем недавно я был свидетелем Аниного дебюта в роли Татьяны. И свидетелем, и участником, да. Я был первым ее Онегиным. Я с большой гордостью к этому отношусь. Это было просто потрясающе. Так что я очень-очень рад, что Аня выбрала этот дуэт для нашего концерта. Это будет в самой заключительной части нашего концерта. Это будет просто потрясающе. То есть я с нетерпением жду вот этого вот дуэта особенно. Тобой ты друг прекрасный, а кого ты не ожидал признания такого? За что ты дуешься? Я дуюсь, о, немало. Будь я коснут твоих игрой и треска над мной, ты кружишь голами, и девочек душа.
знаешь, какой уже ты. Видно, для тебя одной хотяри мало, и любви ко мне ты верно хочешь Ольгу погубить. Смутный денёк покой, а та смеяться наедь уже. А как честно это! Что? Да ты с ума сошёл! Прекрасно! Меня ты оскорбляешь, и меня я ты забьёшь помехами. Thank you.
мольбе моей смиренной увидит ваш холодный взор. Затеи хитрости презренной меня терзает ваше горе. Когда б вы знали, как ужасно томится жаждой любви, терпеть и разум нам всечасно, смирять волнение в крови, желать обнять вас колени, и за рядов у ваших ног излить мольбы признания пень. Все, что выразить бы мог. Эти слезы дороже всех сокровищ мира. Он
ни малюты любишь и не оставлю я тебя. Ты жизнь свою напрасно сгубишь, то воля неба ты моя. Вся жизнь твоя была залогом соединения со мной. Знай, тебе я послан Богом, до гроба я хранитель твой. И не можешь ты меня отринуть, ты для меня должна покинуть. Постыдный дом и шумный свет, другой дороги нет. В принципе, артист как, ну вот, субстанция, он не должен принадлежать какому-то географическому месту. И чем свободнее артист, тем полнее, яснее, глубже он может себя выражать. И, соответственно, конечно, передвижение мест – это одно из главных условий, что ли, нормальной, естественной жизни артиста. Человек должен перемещаться. И встречаясь с людьми на сцене, ничто так не обогащает вот исполнителя, как общение со зрителем. Даже вот в подкорке, совершенно, может быть, неосознанно. Человек приобретает какой-то совершенно уникальный опыт от общения, от exchange, как сказать? Ну, это... Обмена. Обмена, что ли. Каком-то энергетическом, эмоциональном. Вот. Приобретает, он становится глубже, лучше, он растет, он становится, да, он становится более открытым, общительным. Такие артисты людям интересны. Вот, вот что дает общение, понимаете? И вот такое передвижение, что ли, творческая единица. Продолжение. Да. А какой вам, я не знаю. Тот, который заинтересован. Который. Тот и интересен. Трудный. Мне интересно с трудным зрителем. Мне интересно преодолевать. Мне интересно делать потухшие глаза горящими, зажигать людей. Я помню. Мне нравятся преграды, что ли. Вот. Я помню, я была на какой-то опере Генделя, не скажу где, не скажу, кто исполнял. Исполнение было гениально. Через 15 минут я смотрела вокруг зрительного зала, и положение голов были в 4 разных формы. Право, лево, вперед. И
назад это то есть, совсем храпели уже. То есть четыре положения. Гендель, хорошая музыка. Но вот, такую, вот такая публика, не хотелось бы перед такой публикой выступать. Да, но все в на, практически все в наших силах. И любая публика, даже самая ну, враждебная, что ли, бывает и такая публика. Она может быть и завоевана тоже. Это все в наших силах. У нас сегодня большая премьера. Анна Нетребко будет нам петь песню «Подмосковные вечера». Пожалуйста, помогите ей. Пожалуйста, помогите нам. Мы будем счастливы услышать ваши голоса. Спасибо. Я тоже слова забыл.
еще раз. Дима, я тебя люблю. Суббота, 4 октября в Кремлевском дворце будет ваш вечер. Это такая уже целая серия концертов «Дмитрий Хворостовский и друзья». Да, правда? Но этот концерт будет особенный, так как он, в принципе, был задуман с самого начала как концерт благотворительный. Угу. И вот этот, значит, сбор от этого концерта будет передан детям, которым требуется квалифицированное медицинское лечение. Угу. И подчас операции. То есть в этом смысле мы с Павлом Астаховым, представителем президента по делам детей, давно, достаточно давно уже задумали этот проект. С тех пор, как я несколько лет тому назад побывал в Грузии по приглашению моего друга Пата Бурчуладзе принять участие в большом гала-концерте с ним самим и с грузинской певицей, великолепной сопрано Тамарой Вери, вот, где мы пели вместе. В конце этого концерта я лично вручил ключи от конкретного дома семье матери с шестью детьми. И вот это у меня буквально совершенно такая для меня новая практика была. Во-первых, я никогда в таких мероприятиях не принимал участие. И когда об этом рассказал Павлу Астахову, он очень загорелся этой идеей. Вот в конце концов у нас это получится. Я надеюсь, что все это пройдет нормально, получится. То есть это значит ваша идея? Что сделать именно благотворительным этот концерт? Конечно, конечно. Я считаю, что, ну, посмотрим, как это пойдет, но мне кажется, что нужно вести такую практику. Благотворительность нужна, тем более, что ну, в данном случае мое имя и имена моих коллег, Константина Арбеляна, Александра Цыбалюк, Анна Аглатова, Кристина Мхитарян, Павел Валужин, оркестры хор новой оперы и оркестр ЦМШ. Центральной музыкальной школы, правда? Да, тоже будет принимать участие. То есть это совсем молодые музыканты? Абсолютно. То есть дети для детей, это будет, по-моему, очень красиво. Мне кажется, так, что такую практику нужно вводить ежегодно. Я искренне благодарен народному артисту Российской Федерации, многодетному отцу Дмитрию Александровичу Хворостовскому, что несколько лет подряд он убеждал меня, что такой концерт должен состояться в Кремле, потому что его трепетное горячее сердце хочет участвовать в деле помощи и защиты детей. Я со своей стороны хотел представить вам хор и оркестр новой оперы под руководством Константина Арбеляна. Прошу любить и жаловать. Спасибо. Победу над врагом.
бранной славы горестный конец. Погром и рану, и мой плен, и гибель всех моих полков честно за Родину. Головы сложивших погибло все, и честь моя и слава позором стал я земли родной. Плен, постыдный плен, вот удел отныне мой. Да мысль, что все винят меня, отдайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить. Спасу я честь свою и славу, я Русь от недруга спасу. Прошлое я вновь переживаю.
чашка мне, чашка сознания, веселья моего. Не, ну я действительно про Диму уже знала из самых-самых начала, из конкурса Кардифа, когда первый раз мы, я еще помню, с мамой смотрели и слушали, и просто влюбились оба, и говорю, ну как вообще так можно, вот просто выходить и петь вот с собой, не только своим голосом, но вот петь вот с собой, у нее даже и волосы, и ногти, и штаны, все поет, когда он поет. Штаны. И просто, и вот, штаны. И даже штаны. И вот просто вот это dedication, преданность вот к сцене, до того такая вот заводущая, что просто по-другому нельзя. И вот как откажешь? Ну вот не откажешь. И когда он позвонил, и когда попросили, что я согласилась бы, я, конечно, согласилась и сразу, и очень рада, что этот дуэт мы можем, с этим дуэтом мы можем выступать и в Риге. И для меня действительно очень огромное урок смотреть, как он поет и как он живет на сцене, и абсолютно благодарна за эту возможность быть так близко и просто жить и дышать с ним на одной сцене. Для меня действительно очень большая честь и один из dreams, снов, да, которые... Мечта, которая, да, вот сбылась. Sei mein, und dir.
Честно говоря, ну вот, вот такие, как Элина, их очень мало. И просто невольно задумываешься после осуществления таких подобных концертов, ну кто может это сделать лучше? Так что каждый год передо мной стоит дилемма, кого, что, ну вот, надо идти по низким голосам, может быть, ну, по мужским смысле. Вот, возможно, что в следующем году будет, почему в следующем, в этом году? А, в этом году будет Марсело Альварес, в следующем году мы уже договорились с Рене Папа. То есть я после тебя с девочками больше не буду. Quel casinetto è mio, soli saremo, e la gioiello mio ci sposeremo, la ci darem la mano, la mi dirai di sì. Thank you.
Естественно, то, что существует в человеке, какой есть человек, такой этот человек и артист, и на сцене. Его виднее в 100 раз лучше. Вот он только может подумать о чем-то, это уже зритель видит. И, конечно, это на протяжении, ну вот лично моей жизни, все это кристаллизуется, все это ну, как-то приходит в какую-то определенную форму. Естественно, сцена — это святое место. Сцена в суе никогда не может быть. Для того, чтобы быть на сцене, человек должен, артист должен воспарить. Должен подняться над реальностью, подняться над землей. И только тогда он обретет единение с публикой, с то, что существует у него в его интерпретации, в его голове, в его сердце. Тогда будет понятно и вами, любым человеком из публики. Вот, вот эта вот вершина, к которой всегда, всегда стремится артист, каждый раз, начиная с нуля. Se sai come trovare